Всем, кто смотрит канал «Уральская усадьба», привет! Сегодня у нас 9 апреля 2017 года. Первый день работы по возведению теплиц, павильон. Шириной 3 метра, длиной 14 метров. Точнее сказать, у нас две теплицы длиной по 6 метров. Просто они соединены между собой двухметровыми прогонами. Стенки зашиты уже поликарбонатом, крыша еще нет, тоже будут зашиваться. То есть будет вход сбоку открытый, по торцам нам. На трех торцах установлены двери купе. Один торец глухой. Он примыкает к дому вплотную практически. Просто зашит поликарбонатом. Также в каждой теплице имеются 4 стеновые фармуги. И система подвязки по 2 нитки. Также будут коньковые фармуги, но об этом расскажем уже более подробно, когда закончим теплицу. Всем еще раз привет! Сегодня второй день работ по возведению теплицы павильон 3х6 в количестве 2 штук. Так, у нас теплицы готовы. В чем интересный вопрос этих теплиц? Интересный момент. То, что теплицы между собой соединены вот таким, назовем его, тамбуром. То есть вход у теплиц сбоку в тамбур. И далее из тамбура уже идем направо или налево. В какую теплицу надо. Итак, что у нас есть? Каркас у нас из трубы 20х20, полимерно-порошковая краска. Арки выполнены в виде ферм. В стенах у нас установлены стеновые фрамуги. Также имеются коньковые фрамуги с термоприводами. Коньковых у нас 2 штуки на каждую теплицу, стеновых 4 штуки. Поликарбонат использован 4 мм, 0,8 плотность. Сама конструкция закреплена с помощью анкеров к бетонному основанию. И также внизу установлен уголок 50×50 в качестве отлива. По торцам у нас расположены двери купе. Вот вторая теплица абсолютно точно такая же. Столько же форточек, столько же фрамуг. Вот так это все выглядит издалека. Общая длина конструкции получилась 14 метров. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!